То есть у него как бы он на самом деле ядовитый, но не очень глубоко и как бы он безопасен. Это полосы. Антош, подержи спокойно. Полосы. Если больно, да? Человек, неприятно. Ничего, да? Ничего страшного, неприятно. Ну, просто понимаете, уже считается насекомыми всякими, букашками. А конечно, можно. Антош, подержи, чтобы спокойно. Видите, он запах. У него защита. Антош, у него защита. Камон. Да вот. Снимает.